Tullo. Я вас не распознала. Чтобы сфотографироваться для распознавания по лицу, скажите фото. Я уже 34-го сфотографировался. Вы меня запомните? Вы что, меня домой не пускаете? Что я? Я вас не распознала. Чтобы сфотографироваться для распознавания по лицу, скажите фото. Фото я сфотографировался. Вы что, меня мозги... Назовите своей квартиры. А? 57-я квартира? Пожалуйста, четко скажите номер своей квартиры. 17-й дом, 57-я квартира. Смотри, что меня не узнаешь? Квартира номер 50. Ответьте, да? 17-й дом, 57-я квартира. Ты что? Ответьте, да или нет? Да. Открой дверь. Встаньте напротив домофонной камеры на расстоянии вытянутой руки и посмотрите прямо в нее. Держи. Через 3 секунды я вас сфотографирую. 3. Фотографируй. 2. 17 дом, 57 квартира. Фото сделано. Чтобы пользоваться умным домофоном, установите на свой смартфон приложение «Мой умный дом». Я повторяю. Не знаю, открывайте у меня дверь. До свидания. Желаем удачного пользования. Пускай меня домой. Нихуя. Я вас не распознала. Ага. Чтобы сфотографироваться для распознавания по лицу, скажите фото. А что, у меня 34-й опять подниматься? А? Я вас не поняла. Чтобы сфотографироваться для распознавания по лицу, четко скажите фото. Фото есть у меня, 34-м. Назовите номер своей квартиры. Моя квартира. 57-я квартира. Уточняю. Квартира номер 50. Ответьте, да или нет? 5-й этаж, да. Я пошла там на... камеры на расстоянии вытянутой руки. И посмотрите деньги прямо в нее. Через 3 секунды я вас сфотографирую. 3. 2, 1. 57-я квартира. Чтобы пользоваться умным домофоном, установите на свой смартфон приложение «Мой умный дом». Все деньги, бросить. «Мой умный дом». До свидания. Желаю До свидания, удачного пользования. Деньги заплатил, да? Ну что, меня не пускает?